В минувшее воскресенье по всей стране прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню государственного флага, государственного герба и государственного гимна Республики Беларусь. Для ильичан этот день был ознаменован еще одним значимым событием – открытием флагштока на въезде в город. Мероприятие состоялось в рамках областной акции «Символы независимости, мира и созидания». Я поздравляю всех лидчан и жителей Лидского района с государственным праздником, праздником флага, герба и гимна Республики Беларусь. В преддверии 700-летия города Лиды, прекрасная дата, в нашем городе появился еще один объект, который не только украсит, но и в какой-то степени возвысит город Лиду среди других городов, потому что государственный флаг – олицетворение независимости, гордости за свою страну. И я очень рад, что сегодня молодое поколение лидчан пришли, увидели, как каждый день, как каждую неделю, каждый месяц, каждый год изменяется к лучшему наш город. Поэтому считаю, что этот праздник воспитывает гордость за свою малую родину, за Республику Беларусь. И пусть каждый подумает, что он сделал для этой страны и что может сделать еще. Участие в мероприятии приняли заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Пранюк, председатель Лидского райисполкома Сергей Ложечник, председатель Лидского районного совета депутатов Инесса Белуш, почетный гражданин Лидского района Виктор Кондратов, глава администрации Собинского района Владимирской области Российской Федерации Александр Разов, а также представители трудовых коллективов, учащиеся учреждения образования и жители города. На празднике был торжественно поднят на 18-метровую высоту государственный флаг Республики Беларусь как символ независимости и белорусской государственности. Поздравляю всех лидчан с таким нашим национальным уже праздником, с праздником нашей символики. Герб, флаг, наш гимн – это то, что олицетворяет, конечно же, всех нас с вами, белорусов. Я сегодня очень горд, что в Лиде мы на въезде построили такой объект, мы наш флаг подняли на 18-метровую высоту, и сегодня всех наших гостей, просто лидчан наших, он встречает с западного направления. Конечно же, мы знаем с вами, что сегодня наша символика, она, в принципе, воплощает суть наших жителей, наших людей. И, вы знаете, часто где-то в различных путешествиях, командировках и так дальше. Я испытываю огромную гордость за нашу символику и, опять же, за наш гимн, потому что он даже начинается с правильных слов такие, Мы, белорусы, мирные люди. И этим все сказано, и мы этим живем, Поэтому я всех лидчан поздравляю с этим праздником. Я желаю добра им и мира, и, конечно же, процветания. Ну и носить наши символы нашей страны с гордостью в наших сердцах и по жизни.